Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы с вами снова вместе, готовы... готовы. Готовы продолжить наш путь. И сразу же первый вопрос в чате, буду ли я проходить CNC Ярости, я не знаю. Но у меня в планах есть постримить все игры серии. Я не знаю, что за Ярость Кейна. По-моему, ты меня уже даже спрашивал, по-моему, я тебе отвечал. Чем это дальше закончится, не знаю. Вот. Когда тоже не знаю. Знаю я, друзья, другое. Я знаю то, что... Я знаю то, что я знаю, как пройти ту миссию, которую вчера я не смог пройти. Ну как, в общем, на самом деле... Обнаружен противник. Ладно, пусть будет так. На самом деле... Почему еще не строится? Усовершенствование выполнено. На самом деле я должен что-то сказать, но ничего не получается сказать, да, почему-то. Я вчера делал все неплохо, вот, скажем так, но можно было лучше. И, по сути, вот то, что можно было сделать лучше, мы сегодня и будем делать, пытаться. Да, по сути, вот, не слушайте, я на самом деле, ну да. Все как-то так. Сразу сховываем бабочки. Бабки. Извините, я просто, ну как всегда, знаете, ой, я только проснулся. Там, блин, авианосец вылез. Вот вообще, кстати, я... Почему я такой сейчас уверенный, что у меня все получится? Я прохождение вчера посмотрел. Но у чуваков почему-то, прохождение которого я смотрел, у чувака было и авианосцев меньше, и вот комбайн ему никто не уничтожал. Отсюда авианосец вообще у него не вылазил. Блин, слушайте, что-то вообще какая-то жесть пошла. Раньше все было не так. Раньше все было получше. Ну что, посмотрим. Блин, там пес бегает. А, кстати, да, мне надо же инженера сделать. На базу напали. Обнаружен противник. Блин, ну вот этот авианосец, то, что он вылез, это жопа какая-то просто. Противник атакует комбайн. Да кто? Блин, ну это... Как он вылез? Да начинается опять эта фигня. Ёлки-палки. Я специально посмотрел прохождение, но у них там вообще не было авианосцев. И я такой, ну ладно, у меня же получается контр-авианос. Но у меня периодически вылазит вот этот второй. Вообще дичь какая-то, я не понимаю. Не, вообще, на самом деле, знаете, что он делал не так, как я? Но тут у меня уже сейф с этого места, хотя, конечно, можно вообще перезапустить миссию. Он вот эти вот все здания строил вот тут вот. Может быть, эти здания как-то триггерят авианосцы? Постройку авианосцев. Он об этом знал, и поэтому строил не так. Недостаточно средств. На союзника напали. Обнаружен противник. Так, а, это не тот сейф. Ну ладно, это тоже хороший сейф, на самом деле. Так. Строй установлен. Обмен. Так, и что эти мечницы? Недостаточно. Тут у меня есть даже два танка, кстати. Ну давайте попробуем вот с этим, да. Так, ну там он брал вот этих чувачков, шел. И шел куда-то сюда. Сейчас посмотрим. В общем, поактивнее, конечно, действовал. Так, захватываем вот эту штуку. На вертолет он просто забивал булт на эти. На союзника напали. Объект под огнем.
Ну почему-то, опять же, когда он забивал болт на вертолет, они ему не сносили все напрочь. Ладно, пофиг, идем дальше. Вот это все он ломал нафиг. Ладно, ладно, это не я. Я делаю не так, чтобы быть похожим на кого-то. Нет, я сам догадался до всего. Я молодец. А, блин, вылезли стрелки, твою мать. Почему у других людей не так все? Чё за херня? Вылезли какие-то два мудилы и все мне сломали. Давайте попробуем. О, смотрите, истребители. Блин, комната на самом деле такой умный. Так, ну-ка давайте-ка немножко повоюем здесь. Гоу. Так, тут у нас какой-то сильный замес. Попробуем помочь. Там очень много пехоты пришло. Ладно, все нормально вроде. Ну то есть как нормально. Так, ладно, идем еще снова сюда. Да блин, ну почему я выделяю? Это так не очевидно. Короче, все говно, давай по новой, да? Ну, мне реально не получается так, как у того чувака. Блин, тут какая-то пехота пришла. Кстати, эти самолеты против пехоты ведь хорошо. А, но они не могут сесть. Потому что у них кулдаун. Кулдаун! Ладно, гоу, попробуем с самолетами. Ждем дотекания. Хватаем дотекание. Прикрываем воздух. Воздух прикрывается так себе. Тут меня выбивают из отовсюду. За воздух берем дотекание, идем сюда. Ого, откуда они из-за пределов карты выехали? Это вообще нечестно. Что это за фигня такая? Не знаю, куда они едут, но мне это не очень нравится. Ну сейчас он начал, смотрите, комп перестроился, начал играть через пехоту, потому что у меня много, короче, потому что его пехота контрит мою пехоту, да. У меня пехота плохо против пехоты, я играю через пехоту, он перестраивается походу, реально, фичь какая. Слушайте, может... Давайте попробуем танк добавим. Не знаю, нахрена, просто что-нибудь добавим. Идем. Кто-то... А, блин, тут чувак что ли где-то? Блин, тут у них пехотинец вылез, я не заметил этого. Может что-то получится хотя бы. Не знаю.
Фух. Страту посмотрел. Да ничего я не посмотрел. Это как. Ну, на самом. Я же даже загрузился сейчас с середины своего вчерашнего сейва. Блин, а это что такое? Откуда у них эти взялись херовины? Не, ну ладно, мне тут есть чем драться. Он взорвал мой тяжелый танк, что ли? Нет, не взорвал. Но мне взорвали 4 моих легких танка. А, господи боже. Так, у меня остался. Тут комбайн есть, тут комбайн есть. Тут ничего не осталось, да? А почему они не стреляют? Смотрите, они могут по нему стрелять, но они не стреляли, пока я им не отдал приказ. Что за лол? Так, ну го, под прикрытием этого и вот тяжелые техники. Пойдем попробуем что-то сделать. Не знаю, зачем эту штуку захватывать. Захвачу, не помню зачем. А, еще вот это надо захватить, да? Идет подготовка. Подходим поближе. Недостаточно стоп. Разносим офис ЕА. Всегда об этом мечтал. Так. Ша-78, что там ты там? Спам, спами флудишь. А, слушай, наверное, здесь. Блин, откуда эта хрень тут взялась? Нужно больше самолетиков. Так, идем дальше. А это что такое? Что мне нанесло столько урона и откуда и как? Что вообще? Так, чисто, давайте сюда ролепоем. Все, короче, продвигаемся дальше. А, нет, стоп, не продвигаемся дальше. Ломаем вот эту хрень. Конкретно вот эту. Вы можете разломать только это. Почему эти штуки не чинятся? Так, а почему мой парень не смог захватить? Прямо знает почему, да? Так, то, что хотели сломать, сломали. Ну, в принципе, все, погнали вперед, гол. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, бомбы! Так, еще давайте попробуем взять под контроль вот этот проход. Сейчас, чтобы сюда послать инженера. Идем дальше, идем. А, погодите, кстати, об инженерах, стоп. Мне говорили, что вот так вот сделать будет хорошей идеей. Но это все равно все сносим, потому что удержать это в прошлый раз не получилось. Отходим назад, танками большими ломаем это. Готов еще один инженер. Инженера отправляем сюда быстро. Эти танки немножко сплит, они будут прикрывать инженера. Так, строятся уже новые самолетики. Самолетики подводим ближе, ждем, пока сюда прибежит инженер. Кстати, сюда нужен еще один инженер, чтобы он еще мне денег забустил. Так, захватываем эту хрень. Продаем эту хрень. А, слушайте, инженер-то остается, что ли, после продажи? Так это ж имба. А что вы мне не сказали? Я вам говорил. Ребята, говорил я. А сейчас не инженер. А, видимо, когда здание ломается, из него вылазит чувак какой-то. И для производства, вот для этого главного здания это инженер. Не, ну нормально. Вы же мне не сказали, что это так устроено. Позволите вам учу? Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь вроде ничего. То есть можно спокойно захватывать эту хрень. Денег у меня нету. Почему-то вообще, я не знаю, куда они все деваются постоянно. Взяли много самолетиков. Так, инженеров мне надо еще. Давайте, один инженер идет сюда.
Один инженер идет. Не помню, сюда. А, тут это самое, тут техника вражеская. Воу. Что это за взрыв? Не знаю, что это за взрывы. Надо убить вот это. Ну и в принципе на самом деле будет неплохо убить еще это. Не знаю, там есть чем кем. Группируемся. Так, а где инженер, который должен сюда бежать? Так, эти танки здесь больше не нужны. Какой объект? Под каким огнем? Блин, что это бахает? А, это фигня дамаж. А почему я не мог ее... Блин. Я просто самолетиками навелся, там даже оно красным не горело и... Ну, лол. Кто ж знал. Теперь я знаю, куда делся мой инженер, которого я сюда послал. Я думал, это какие-то декоративные башни. Так, ну все, самолетов нам хватит, давайте... Еще пару танков таких тяжелых. И вот так. Инженера сюда. На базу напали. Ломаем, защищаем. Так, группируемся сюда. Ломанный танк чинится. Тяжелый танк сюда. Врубаем противопехоту. Ниндзя. Просто легчайшее вообще. Можно попробовать здесь захватить добычу, конечно, ресурсов. Не знаю, получится, не получится. Давайте попробуем. Так, собираемся. Блин, да что это там бахает? Ладно, гоу дальше. Инженер. Есть. Хорошо, инженер влезает только... Да, да, я ж уже это проговорил. Передача пропагандистских материалов по этому... Вебок не будет, друзья, я как бы, ну, просто отсутствием вебок я... Блин, нифига, этого парня почти завалили. Отсутствием вебки я как бы протест объявляю температуре, которая в Питере... Да, блин, идите их убейте всех, давайте. Ниндзя! Я-я-я-я! Чё там пахает так сильно? Блин, опять масс-пехота идет. Давите ее. Почему они не могут задавить? Почему этот танк не может ничего задавить? Так, давайте, пацаны. Нам надо продвигаться. Как только мы... Блин. Как только мы ослабляем давление, они его усиливают. Так, дотекание пехоты. Они еще отбивать могут медиа-центра? Шикарно, всю жизнь об этом мечтал. Может, убьем машинку вот эту, нет? Так, ты давай назад, чиниться. Ты починился, вперед. Так, нам нужна поддержка. Все, отступаем. Так, тяжелая артиллерия. Убиваем вот эту херню, пожалуйста. Побыстрее, пожалуйста. Так, вот эту теперь, ага, взорвали. Отлично, хорош. Блин, че они... Че, куда эти штуки едут? Снести все к хренам. Что это за приколы вообще начались, я не понял. Они, мне кажется, хотят укрепиться там, около этого медиа-центра. Но я, правда, не уверен, что... Давайте садимся. Ну, эти самолетики, конечно, против техники как говно, но... Так, вытекание. Вперед. Ломаем производство пехоты. Делаем еще самолетики. А мы не можем просто уничтожить этот медиа-центр? А, не-не-не, мне же его надо захватить, чтобы... Да блин, сломайте вы эти... Ладно, в жопу, короче. Гоу чиниться. Так, продолжаем движение вперед. Продолжаем движение вперед.
надо как-то им... Ну, вроде продакшена я ему так... Извините, я сейчас мало смотрю в чат. Так, ковровой бомбардировка. Да, мы готовим. Так, вот это сносим. Не знаю, что мы еще можем снести. Что мы еще можем... Давайте союзнику нашему поможем. Вот так. А, это фигня, что ли, не дамажит? Давайте вот так. Вот так. А, это херк бить, что ли, может? Хотя она вроде все равно падает. Так, ладно. Самолетики взяли, в общем, больше. Строим тут инженера, чтобы захватить снова медиа-центр. Раскладываемся здесь, попробуем. Так. И мне кажется, что теперь, когда у нас есть деньги, которых на самом деле особо нету, попытка выйти в боевых ангелов повторная. Это лучшее, что я могу придумать. Так, эту штуку сносим. Гоу дальше. Можно на самом деле попробовать еще. Тут вроде строится. Вот сейчас без... Так, что там происходит? Снесите эту хрень, ну. Ну чё? Вот так вот. Так, теперь здание ломаем все. Бегом. Ломаем. Ломаем. Без вебки, потому что отсутствие вебки это протест против высокой температуры. Как только температура поймет, что она слишком высокая, снизится еще больше, чем снизилась сегодня. Вебка вернется. Смит пишет, у вас же дожди уже, че вебки нету. Смит, ты должен переставать общаться с... А, я не знаю, можно ли об этом говорить. Блин. Ну, знаете, у нас со Смитом свои секретики там все. Смит, дождик прошел ночью, да, температура ниже, но... Ну, то есть... Я все равно голый сижу. Понимаете, я, мне так понравилось, такой комфорт. Сидишь без трусов, вообще классно так. Ладно, конечно, я в трусах, я шучу, потому что... У меня женщина дома, я боюсь, стеснялся. Так. Я решил, в общем, да, позахватывать тут немножко всякого. Двигаемся дальше потихоньку. Собрать армию и высечь море. Но я боюсь, что температура не очень зависит от моря. Так что, скорее всего, наказание моря не поможет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Назад-назад, все назад там. Я понял, когда что-то прокачивается, у него он начинает пулять красным. Вот, если кто-то пуляет красным, значит он очень прокачан. Понимаете? Вот так вот, это все не шутки. Блин, тут продолжает эта херня есть здесь. Давайте, не, ну рано, или не рано, да ладно, нормально. Давайте, давайте еще инженера. Недостаточно света. Мы готовы. Воу, сносим продакшн. Так, вот это сначала, тут собак. Сносим тут все. Так, боевой ангел строит прекрасно. Еще обогатителей берем. Продолжаем наступление. Мне кажется, у меня... А, нет, вот. Блин, слушайте, у меня самолетов почему-то стало сильно меньше. Я не знаю, кто тому виной, но... Это так. А, вот, кстати, еще дотекание. Тут их истребители летают, нам надо добавить истребители. Хотя, в принципе, я сейчас уже в боевых ангелов выхожу, мне посрать на все остальное. Так, продолжаем сносить продакшн. Еще минус здание.
Подожди, еще минус здание. Тут где-то предку я видел стояло. Забавно, что они говорят сначала предупредители, ну потому что они все сносят хрена с одного выстрела. Мне кажется, это такая шутка, типа. Сначала. Так. Инженер снова захватывает этот центр. Если не будет Так. Вы ангелы пошли. Обогатители готовы, раскладываем. Можно еще построить электростанцию. Да, блин, вот тупо что... Я понимаю, почему нету автоатаки по зданиям, потому что, видимо, ну, предполагается, что их продавать будут. Но это тупо. Официальная моя позиция — это тупо. А что я сказал, предполагается? Я не помню, что я... Я помню, что я хотел сказать, но я не помню, что сказал, потому что думал в этот момент совсем о другом, и мне кажется, мне надо сходить к доктору. Так, тут еще вот эту штуку надо захватить, не знаю, нахрена. Давайте построим небольшую. Мне, скорее всего, денег уже больше не надо, но я продолжаю копить. Да все, в принципе, мы убили все, да? Да, получается, да. Сейчас немножко добьем. А, там эти самые. Теслы стоят еще. Ну, гоу. А что по мне стреляет? Вот это, да? Сейчас сломаю. Фига, как он так издалека может по этой штуке стрелять. Смотрите, он как издалека бьет. А что у него столько хп? Оно тратится вообще, нет? Может, ее захватить надо? Вполне возможно. Так, захватываем это. А это что такое? Я думал, это захватить тоже надо. Нет? Объект под огнем. Уничтожьте разбегание. А, уничтожит. Гоу, никаких развлечений этим педикам. О, мы все сломали. Не знаю как. А, ну все, в принципе, вообще все. Вот, а вы говорили, сложная миссия, сложная. Нет. Ни хрена она не сложная. Эй, это мой был, я хотел его взорвать, слышь? Ангелы классные, но очень ватные, пока их немного. Так, один инженер бежит. Все, надо просто ждать, пока инженеры добегут. И можно построить еще один обогатитель. А, уже мой чувак тоже послал этих инженеров. Хотя, конечно, могу его убить, чтобы это сделали именно мои инженеры. А потом. Вот, тут можно было госпиталь захватить, наверное, да? Под конец особо смысла нету. Так, захватили один медиацентр, и сейчас захватим последний медиацентр и будем красавчиками. Всю ночь, говорят, принял эту миссию. Будут инженерам полететь, чего? Прекрасно, командир. С этого дня мы начнем крушить волю американского народа. Или то, что от нее осталось. Я была очень рада служить под вашим командованием. Пусть судьба благоволит вам. Блин, там солнце выходит. О, господи. Нет! 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 Ваш шпион-андроид принес большую пользу, сын мой. Спасибо, отец. Этот советский ученый обращается к Альянсу? Опаньки! Сэр, я создал машину времени! Вы что, шутите, да?
Это так, господин президент, он говорит правду. Ну, у Советского Союза не было шансов, и мы сумели изменить прошлое. О чем вы вообще? Ну, мы нарушили причинно-следственные связи и изменили будущее. Вообще, империя восходящего солнца не существовала бы, если бы не наш эксперимент. Мистер президент, вы в порядке? Он сказал, империя не должна была существовать? Мистер президент. Мистер президент. Империи бы не существовало? Нет. Если судьбу можно изменить, если будущее столь зыбко, значит, никакого предназначения нет. Все это прах. Мистер президент, что вы прикажете? Господи, что происходит? Разведчика больше нет. Генерал, мой господин, нам удалось перехватить сверхсекретные переговоры союзников с русскими. Они подготавливают совместное нападение на Японию. Русские и Альянс вместе? Мы должны были предотвратить это. Всех солдат Альянса следовало уничтожить. Я не понимаю. Зря я не послушал вас, сын мой. Все кончено. Тарту. Я назначаю вас главным над тем, что... А что это за музыка? Это из игры? Что происходит? Пожалуйста, не дайте погибнуть империи. Да, нет. Это правда? А, это не из игры? Господи, то у меня стрим был наш запущен. Извините, оно так в тему еще, знаете, он ему меч передает, он такой... Ну, я просто стримы Маши смотрю. Ну, в смысле, он был не запущен, стрим был открыт, он запустился, и музыка начала играть. А, да, челлендж, кстати, выполнен. Вот это я молодец! Давно ли я смотрю в стриме Маши? А просто... Мне... Как вам объяснить, при этом никого не обосрав, как всегда. Мне скинули ее хайлайты, ну, видео называется хайлайты, с комментарием типа, Пептар, вот как надо делать хайлайты. И там просто статичная картинка с сердечками, с музыкой. И я пытался разобраться в том, что происходит. Ну, видимо, это... Я, в общем, не понял, в чем прикол. Зашел на ее канал, там стрима не было, мне было не у кого спросить, и я забыл закрыть страничку. Вот. Я сейчас схожу за водой и вернусь.
Более того, у меня кроме Маши тут еще вкладочка открыта YouTube-канала Ларина. Я пытался понять, кто это. Честно говоря, так и не... Ну, то есть, это какой-то очень популярный на YouTube чувак. Но я так и не понял, что он вообще делает. Ну, типа... Вообще ничего не понял, честно говоря. Так. Мы в тяжелом положении, командир. Объединенные войска союзников и русских заняли наши верхи в Юкагами. Ваша цель — захватить их и выбить оттуда врага. Ситуация непроста, так что под ваше командование поступает наш спецагент Юрико. Мы верим в вас, командир. А видео с Юрикой будет? Нет. Альянс объединил силы с Талитами. Они решили выступить против нас единым фронтом. Сражение не за горами. Вам... Так. Ну, поехали. Ого! Их две? А! Командир, силы Альянса захватили гавань. Скоро они пойдут на штурм. Действуйте быстрее, иначе мы потеряем этот регион. Пожалуйста, поспешите! Где угодно, только не здесь. Куда лететь? Я не урод! Очень эффективно получилось. Блин, там что-то про Юрика рассказывают, но из каких-то проблем со звуком, который в игре. А где все? Ненавижу! Я не урод! Только не мой мозг! Я не урод! Я лечу! Только не мой мозг! Она смешная. А где все? Им будет больно. Хотите поиграть? А как это вообще работает? Куда лететь? А, меня вот так хватит. Ну, то есть она его один поднимает, а... Окей. Почему? А где все? Бросаемся танками. Где угодно, только не здесь. А где все? Юрика почему-то еще урона никакого не получает. Только не мой мозг. Где угодно, только не здесь. А где все? Так, я, по-моему, не туда пошел, да? Я лечу. А, надо было вот здесь спуститься вот так. Я не урод. У меня даже мысли не было, что она урод, но теперь у меня куда появляются лететь? Какие-то вопросы. А это важно? Сомнения. Обнаружен противник. А где все? Где угодно, только не здесь. Я теряю силу. Тихо, 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 тихо. О, мне дали роботов. Где угодно, только не здесь. Это важно? Как же это звать звуки врываться в ряды противника и уничтожать все на своем пути? Вы посмотрите! Ну-ну. Где угодно, только не здесь. Только не мой мозг. Мы будем бить по ним, оставаясь в тени, не сломим сопротивление. Пол меня! Так, а, у нас ниндзя. Синоби к вашим услугам. Ну, уж не знаю, зачем. Которую из застав мне нужно захватить во славу империи. Что-то они как-то плохо справляются, нет? Да не, нормально. Вы посмотрите. Я не понимаю, тут просто столько. Обычно в таких миссиях надо какие-то автомобилки правильно прожимать и так далее. Тут почему-то иду через оклик, и у меня все получается, и это мне непонятно. Вот. Я лечу. А, да и людей может в воздух, кстати, поднимать.
А, владык эти можно строить. Этих владык. Блин, слышь, хватит мне там ломать все. Не знаю, кого лучше-то. Давайте вертолет, наверное. Смит мне не дал в них играть в прошлый раз. Они еще вам не услышат. Я лечу. Ну давайте пусть он вот этот хрен захватывает. Меня недооценивают. Куда лечить? Поможем. Это кажется ему... А, блин, а откуда их тут столько, смотрите? Ой, блин, эту хрень надо, наверное, защитить. Блин, а чё мне тут все ломают? Чё вообще происходит? Так, давайте вот этих ниндзей пошлем сюда. Я, правда, не уверен, что они справятся. А Юрика пошлем сюда. Так, а тут у нас чё? А тут пошлем сюда этих чуваков. Она, кстати, умерла. Надеюсь, я не проиграю игру из-за этого сейчас. Отбейте аванпосты. Ну все, я ж отбил, нет? Все. Отлично. Отлично. Так, денег у меня, конечно, нету ни хрена. Подкрепление уже в пути, командир. Построим парочку. Защищайте инженеров. Базы до их подхода. Идет ремонт. Так, тут телепортируется с хроносферой. Надо как-то собрать вместе войска, я не знаю. Так, что там у нас? Ой, тут пушку ломают мне. Я думаю, сломают сейчас, да? Блин, что-то вертолет не тащит. Так, а где мне еще вертолеты? Нет, нет, ты уходи. Блин, там еще воздух летает у него. Че, денег-то так мало? Так, есть инженеры. Закладываем бабки. Ну, может, я не знаю, посражаемся, что вы друг другу идти-то мешаете? Ну вот, он задавил моего инженера. Так, ну вообще, по идее, можно сыграть в воду. Недостаточно средств. Не знаю, правда, что нам это даст. И получится ли из этого что-то. С другой стороны, ну у них... Не, ну по идее, через вертолеты... Через вертолеты должно заходить. Да, но вот вопрос по поводу их... Можно попробовать еще через ангелов играть. Битва только начинается. Если бы они знали, сколько сюрпризов мы приготовили. А потому что они еще антиэр дают. Ну да, наверное, давайте через ангелов. В жопу вертолетами. Приостановлено. Отмена. Помогаем тиммейтам. Идет ремонт. Идет ремонт. Так, ну вроде подефали, так плюс-минус. Можно еще занять, попытаться вот эти вот точки. ПЗК туда.
Вертолеты идем починим. Есть еще какие-то ниндзя бесполезные. Так, а где главное здание? Там мне его сломали, что ли? Оно тут было? Нет? Где? А, оу. Так, слушайте, а я как восстановить? Никак? Все, я больше не могу строить здание? Или у меня и не было главного здания? Авианосцы это вообще изи, если есть возможность играть через воздух, авианосцы. Соса. А, тут в принципе нету базы по сюжету. А, ну значит, наверное, дальше будет, иначе зачем там расположен еще шахт? Недостаточно средств. На союзника напали. Осталось 30. Так. Надо вот этот воздух позбивать. Плюс 13-й бомбардировщик какой-то. Изи. Наши войска прибыли. Отлично. Изи. Идет строительство. Получено новое задание. Так, что, уничтожить нужно строить? Окей. На базу накачали. Недостаточно всех. Все ясненько. Идет ремонт. Ну, вертолеты, наверное, оставят на дефе. Ангелами надо как-то тут все прощупать это дело. Можно вместе с союзником, в принципе, идти в атаку. Почему бы и нет? А, там... А, ну эти штуки вроде не бьют просто. Тихо. Какая-то хрень была. Ой, сколько у них антиэра. Как пока не можем ничего с ним сделать. Так. Идет строительство. Недостаточно средств. Отлично. Это починить. Идет ремонт. Еще построить боевых ангелов. Ну, что это херня тут делает? Блин, а что меня долбит? А, бомбардировщики все еще. Идет ремонт. Надо их перехватить, убить, взорвать, уничтожить. Денег мало до разрыва связи, ясненько. Так, тут эти продолжают. Мне надо как-то защитить нормально воздушную бомбардировку, базу свою. Строительство завершено. Вы можете быстрее лететь, а? Недостаточно света. Вот педик. На базу напали. Идет ремонт. Так, еще эта хрень летает. Так, сбили. Еще, по-моему, одна. Денег ни на что не хватает. Давайте, залп! О, вроде сейчас собью, да, есть.
корабля, там еще обогатители. Блин, чему... А, не, мы союзник один обогатитель поставим. Окей. А, это что такое? А, у меня уже был... Блин, мне дали, оказывается, здание-то. Ну, как вам начало? Жаль, финала не дождетесь. Выглядит дебилоид. Недостаточно средств. Место развертывания обогатителя готово. Место развертывания выбранного обогатителя. Ну давайте вон займ. А, тут он уже плывет сам. То есть у меня есть одна ненужная основа обогатителя. Класс. Ну, какой продать хотя бы? Внимание! В секторе обнаружен железный замок. На базу напали. Почему бы вам не подойти ближе? Мы могли бы устроить состязание. Что, не хотите? Сейчас. Сейчас захочу. Идет ремонт. Да, советские и советские, какая разница. Давайте сломаем тут все нахрен. Вообще никаких шансов. Готовы бросить в бой штурмовое звено. Объект под огнем. Сплит, 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 сплит. Го, учинимся. Так, ну надо, кстати, можно осадных поставить. Блин, но для этого грейдов надо. Так, нам надо помочь. Я бы посмотрел, что в чате. Мне кажется, ты хочешь, чтобы летающий универсальный юнит был мобилен. Я бы не доверил тебе балансить РТС. Ну, не знаю, мне кажется, все нормально. Советский НТР говно, кстати. Ну, хотя они, конечно, справляются, но если сравнивать с союзниками, то... А вот это натовцы. Наночастицы способны на некоторое время выводить из строя технику. Просто отдайте приказ. Так, что у нас с электроэнергией? Внезапно ее нету. Я не понял. Твою ж мать, ну откуда я... Блин, ну... Сука! Капец! А я-то, блин, я думаю, где эти дредноуты? Сказали, что советские тяжелые корабли. Где они, эти советские тяжелые корабли, думаю я? Тут слишком много всего происходит. Я понимаю, что расчет на то, что я с союзником играю, но у меня же союзника нихера нету. Если я союзнику не буду помогать, его сложат. Поэтому мне приходится по всей карте носиться. Ну, конечно, можно было бы быть немножко повнимательнее. Не, Кира, вы идите в жопу, даже не надейтесь. Очень много воздуха у противников. Так, раскладываем бараки, раскладываем электроэнергию. Ща, гол, тут вертолеты летают постоянно. Обеднело месторождение? Кошмар. А что это за херня тут стоит? Откуда? Что? Нет! Сука, да как вы чё? А почему? У вас там что, нет нормальных солдат? Хоть бы в бой вступили. Бля, и чё, там невидимый какой-то танк стоит. Идет строительство. И чё мне с ними делать? Окей. Так. Дано разрешение на усовершенствование, почетная отставка. Укажите цель. А, мой этот самый мне тоже сломали, отлично. Основа Дольфер. Почему у меня столько денег? Место развертывания установлено. Ну хотя, в принципе, я молодец, поэтому у меня столько денег. Идет ремонт. Идет ремонт.
боевой ангел в строю. У меня и у компа есть супероружие, какое супероружие. Нас всех пора. Ну и куда идем? Полетели! Нас всех пора. Готовы? Пора как-то это. Что сигнал? Продавите. Ускорители. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Блин, где ж нам теперь еще улучшать эти бараки сраные? У меня, правда, появился план. Место рождения истощено. Это не мой план, говно. Ну, то есть, ну, блин, ну уже, ну, ну, хрен с пулан, без бури пулан. Какой комбайн? Где? Чего их так много-то? Во вкладке «Брынкинг сражений» для В2 постановлено вспомогательное супероружие и атакующее. Потрясающая полпаза. Что из этого мне надо? Класс построен. Готовы бросить бой, штурмовать звено. Штурмовое звено? А. Укажите цель. Строительство завершено. Извини меня. Боевой ангел, встаю. Усовершенствование выполнено. Идет подготовка. Полетели. Так, это что я поставил? А, пси-деструктор этот самый. Осталось 5 минут. Хз как. О, подождите, он время ограничен? Твою мать! Что мы там установили? Так, ну го, попытаемся что-то сделать. Нехватка энергии. Бабла. У нас не очень много времени. Так, блин, так неудобно, что я должен еще. Да. Так, как эта хрень работает? Сейчас мы узнаем. А, еще КД должно пройти. 8 киров. 8 здесь. Тут надо что-то сломать. Блин, у нас 2,5 минуты осталось. Довольно говёный. Да, активировать. А что это за херня? Чёрт его знает.
генератор нам на частицу не давал стрелять, что ли? Блин, какой у них интерьер сильный. Так, дотекание из боевых ангелов. Что я ненавижу, так это вероломство и предательство. Неужели у вас не осталось понятия о чести? Что? Так, а где там еще-то боевые ангелы, которые до дотекания летят, вижу? Блин, они почти всех этих сбили. Надо как-то, я не знаю, перегруппировываться или что делать. У меня столько денег. Ну и понятно, что я играю как капсосок просто. Ну, как бы. Надо было давно уже кучу бабок слить, и вот это все. Я непонятно вообще, чем занят, честно говоря. Ну, чем-то вот занят. Так, давайте прикажем нашему союзнику идти сюда. Берем. Ну я, видимо, не успеваю, да? Ломаем тут интерьер. Блин, да перестаньте сливаться на ПВО. Ну нет, не поэтому, вот поэтому стреляем. 12 секунд, ну все, это всосы. Ну конечно, очень простая миссия, и сыграл просто отвратительно. Спотслер, ну... Да, граф, ну я не понимаю, как это работает. У меня, я построил какую-то херню, у меня КД на нее все время, пока я играл. Я не понимаю, зачем это надо. Так. Ага. Получено. Да, согласен, просто ничего не делал. Недостаточно средств. Не из того плюсую. Идет строительство. Объект под огнем. Так, а что мне... А, мне эти самые разбомбили в прошлый раз. Идет ремонт. Недостаточно средств. Ну и куда идем? В принципе, чисто через боевых ангелов мы вполне можем... Вертолетики давай сюда. Идет подготовка. Строительство завершено. На заезде готов. Главное не отдать свою часть базы. И тогда все будет хорошо, я думаю. Ну, этот генератор, который ты говоришь, он активируется только в определенном месте. Там горит маркер, его можно нажать. Ну, в принципе, да, активировал. Недостаточно средств. Мы сойдемся на пол. Проверка.
эти вот бомбардировщики надо как-то поспевать. Зал! Че, сломаем воздух, нет? То есть антивоздух. Блин, он так где-то уезжает. Недостаточно средств. Он починится. Генератор наночастиц временно приостановит работу узлов связи. На союзника напали. На базу напали. А, вот как они здесь оказались. Недостаточно средств. Да сейчас. Объект под огнем. Куда? Ну, как вам начало? Жаль, финала не дождетесь. Очень жаль. На союзника напали. Недостаточно средств. Так, вот сейчас мне будут сломать все. И, очевидно, не только мне. Так, где у нас там советские войска? Внимание! В секторе обнаружен железный занавес. На базу напали. Почему бы вам не подойти ближе? Мы могли бы устроить состязание. Что, не хотите? Собираемся. Недостаточно средств. Как можно скорее подавить советские тяжелые корабли. А, вот они говорят, как можно быстрее их потопить даже. Так не слышно нифига. Значит, коммунистов нужно уничтожить. На союзника на полу. Плюсую. Недостаточно средств. Уничтожены. На базу напали. Укажите цель. Я не могу как-то сбрасывать вот сюда вот. Очень жаль. У них еще должны быть маленькие машинки. Как раз они. Авиацию покосили. Так, антиэйр подъехал. Отлично, го ученица. Объект под огнем. На базу напали. Было бы неплохо, да, построить парочку. Наночастицы способны на некоторое время выводить из строя технику. Просто отдайте приказ. Сраные бомбардировщики. Идет ремонт. Так, ну все, мы починились, гоу. Надо как-то начинать давление какое-то. Не знаю, правда, как. Так. Да вы не туда стреляете. На базу напали. Отлично, идем дальше. На союзнике на пол. Укажите цель. Вот этот вот пушки эти. Они слишком жесткие. Не, больше мы так делать не будем. Дельфины! Вы охренели там? Блин, да ты чё так, ты чё делаешь, дельфин? Сука, союзники, защитите мою базу! Ну нет! Нет, она улучшенная! Твою мать! Да что ж такое-то ты будешь делать? Кто это сделал? Я не понял, откуда летели ракеты? Из воздуха? Проверка оборудования. На всех ног. На всех парах.
Привет, Гессер. У вас там что, нет нормальных солдат? Хоть бы в бой вступили. Так. Нам нужно вот эти тяжелые корабли еще. Ссаный бомбардировщик, чтоб ты сдох. Хотя он бомбит воду, так что ладно. Могло быть и хуже. Да не Киров, вы потом догнали. На союзника напали. Готовы бросить в бой штурмовое звено. Разносим все. А где мой второй такой корабль? А вон второй. Так. Воу. На базу напали. Объект под огнем. Вот ломай, вот это ломай. Прикрываем, короче, корабли. Это мой? Блин, ни хрена его продамажило. Так, что? Чёрт, отстаньте. Так, сносим здесь антию. Берем потекание из боевых ангелов. Чё он чинит свои корабли, во-первых, около меня? Так, ну воу. Ломаем тут всякое, короче. Немножечко так проведим. Вот можно вот это сломать. Так. Готовы бросить бой штурмовую эскадрилью. Укажите, кто. Есть какие-то еще антиэр есть. Хрен его пойми. Ой, вон антиэр стоит, пока я его искал. Не знаю, что такое вакуумное орудие. Сносим все. Туретка. Почему у меня денег так мало? Что я ненавижу, так это вероломство и предательство. Неужели у вас не осталось понятия? Блин, что я ненавижу, так это когда мне закрывают миникарту всю. Вот это я реально ненавижу. Воздух там всякий, вот это вот все. Вот по ним стреляйте, по ним.
Так, ладно, давайте назад. Перегруппировываемся. Сколько у нас? 2,5-2 минуты, да? Так, затекание. Ой, ангелы сюда. Погнали! Так, пойдемте. Заходим сюда. Сейчас мы все уничтожим. Так, ломаем башни. Воу, там говяносец походу. Говяносец — это плохо. Тихо. Так, пацаны, надо ломать вот эти башники. Блин, я помню, в прошлый раз было так много денег, а сейчас так мало. Блин, минута 20. Ломаем антивоздух. Хорош. А что вот эта хрень делает-то? Я так и не понял. А, ну типа на паузу ставит. Так надо было его по ХД жать. Блин, там сейчас много. Как эту штуку начать дамажить? Фух! Прям на скеле! Да, сегодня вы победили. Но это не конец. А вот и конец. Аза-заза. Всем привет! Слева и справа, на побережье, около его базы. А что надо было чекнуть-то? Ну, я прочел твое сообщение, думаю, что я там буду чекать, что будет лезть, ничего не понятно. А что это за картинка? Какой-то взрыв нарисован. Ничего себе. Да, всем здрасте. Секунду. Так, продолжим. Пользуешься флотом, кроме Нагинат. Я не понял, что ты сказал, но... Настал могу новый ответить. Век, командир. Люди и страны должны тем, чем сами получается. Вершить свою судьбу. Нужно сделать то, что должно быть сделано. Мы уничтожим советскую армию и разрушим их столицу. Уничтожьте их машину времени. Ведь если этого не сделать...
Они убьют нас еще до нашего рождения. Ну что ж. Нам выпал прекрасный шанс одним ударом уничтожить Советский Союз. Имперский палач уже выдвинулся в сторону Кремля. Ваша цель — очистить ему путь, уничтожая войска противника. Генерал Тацу повелевает вам, чтобы вы сравняли Кремль с землей. Ура! Сравнить Кремль с землей. Отлично. Основная цель — Москва. Сюда стягиваются все силы для массированной атаки. Вот так чудеса. Уж даже и не знаю, как вы смогли зайти так далеко. Но вам конец. Конец! Хотел бы я увидеть мини-карту. Доступны новые постройки. Получено новое задание. Дождаться имперского палача. Основа защитника. Блин, я типа не могу сражаться с медведями, мне не кем. А, нет, есть кем. Наше преимущество в разносторонности. Помните об этом, командир. Противник атакует комбайн. В чем наше преимущество, я не услышал. Какой объект уничтожен? Что происходит? Как он? Где он уничтожен? А, блин! Да мать же вашу! Даже и не знаю, как вы смогли зайти так далеко. Но вам конец. Конец. Как сохранились, то сохранились. Так. Получено новое задание. Строительство завершено. Ну там вроде пехота восстановила. Отмен. Строительство завершено. Что вам нужно, император? Как убивать эту штуку? Я вообще не могу ее дамажить. Разносторонность. Блин, ну эта штучка мне убила все войска, я не могу ее... А, нет, вот могу дамажить. А почему до этого не могу? Ладно. Матыр. Почему эта пушка не стреляет? А, она заряжается. Ну ладно, пока что. А, они с мечами типа не могут технику атаковать. Оки-доки. Истребителей танков. Попробуем через вертолет. Чё они встали? А, их оглушили. Во-во-во, не ломать мне бараки, слышь? Блин, теперь у меня нету противопехотных чуваков. О, вот вертолетики появились. На самом деле надо, наверное, еще деф просто ставить.
Чир посылать. Так, все, отходим, эту штуку немножко пересобираем. Так, ну вертолеты у нас строятся, все нормально. Машинка эта пусть потанкует здесь постоит. А, пушку-то не собрать, я ее просто в ПВО превратил. Ладно, гоу, все. У нас есть армия. Да надо не танк бить, а ПВО. Во-во-во-во, назад, назад, назад. Че это у меня средств недостаточно? Давайте чуть назад. Дальше сюда эту штуку можно починить. Вертолетики починили. Вертолетики собрали, погнали. Что скажешь на это, а? Взорвали мне вертолет. Педики. Видимо, лучше вперед не лезть особо. Блин, да нет, я ж хотел, чтобы они взлетели наоборот. А что у нас тут? А, заходите советские командные бункеры. Кстати, да, вокруг действительно полно зданий, которые можно занять моей пехотой. Умно, умно. А что у меня бабла так мало? Я могу сделать больше? Вроде мне... Нет, больше сделать, судя по всему, не могу. Так, ну гоу. Поможем тут вот союзничку. Блин, он так активно сразу начинает ПВО посылать, сразу как только я. Начинаю. Недостаточно средств. О, здоров. Имперский палач уже прибыл, с него уничтожите Кремль без особых хлопот. Вы что, полагали, что я вас как бы не замечу? Ну что ж, дерзайте, прошу. Я готов к бою. У них, тем не менее, довольно мало антиэра. Мне наносит урон, не мог понять, кто я. Отступаем немножко. Так, чем сделать-то? А, подняться, видимо, и дать им люди. Окей. Чиним вертолетики, строим вертолетики. Помогаем тиммейтам. Мне кажется, он реально начинает добавлять ПВО, если ты играешь через воздух. Он начинает добавлять ПВО, если ты через воздух, то... Ооо, мы сбили еще один вертолет. Ладно, давайте-ка попробуем палачом поиграть. Есть подозрение, что никто ничего сделать не сможет вообще. Против него. Маленькая карта, мне кажется, она потом должна расшириться, да? Нет? Не знаю. Недостаточно
тут есть штуки, которые можно, кстати, захватить. Ой, а эти ребята у меня откуда, я не понял. А, у меня рейлипоинты сюда стоят. Вот это сюрприз. Не могу дождаться, когда этот город будет лежать в руинах. Не говорите мне об ущербе, в бою законов нет. Имперский палач уничтожит этих собак, а мы проведем окончательную зачистку. А, у него сейчас еще и вилка, да? Вот эти Тесла Таурки, по идее, лучше сразу не ломать. Имперский палач. Кто я такой, чтобы указывать имперскому палачу? Смотри, сейчас будет классно. Я же сказал, что вернусь. Вы умудрились доставить нам немалые хлопоты. Пора разобраться с вами самолично. Бла-бла-бла. Похоже, в этой преисподней осталось что-то полезное. Командир? У меня уже обилка откатилась, дичь какая. Вау! Сосать! Имперский палач убивать! Ну что нету других миссий, ну, где ты за другие расы играешь, чтобы надо было убивать имперского палача? Ох, круто! Русские погибли и оставили нам все свои ресурсы. Может, пора захватить их? О, так, что у нас тут происходит? Почему у меня так мало вертолетов? Всю охрану машины времени вы должны уничтожить. Или теперь вы можете создать самое разрушительное наше оружие. Новейшие пси-деструктор. Добиваем остатки. Откуда ко мне приезжают? В чем смысл, если у меня есть имперский палач? Я могу и дальше так же пойти вперед. Так. Что у нас, разворачиваем электростанцию. А, вот эту штуку просто нажимаете. Имперский палач — это настоящее произведение искусства. И мы должны быть готовы защищать его, командир. Его надо как-то вычинить. Вычинивают его Тесла Таурки только. Давайте-ка уберем его отсюда. Или мне надо найти Тесла Таурку? Так, я понял, нам нужны ангелы. Чувак начал в воздух играть. Так, ладно. Как занять точки? Ну да, ангел, надо было сразу, конечно, на них выходить, видимо. Потому что вертолеты классные, но... блин, почему же на компьютер, зараза? Ну там же на самом деле граф надо было не захватывать, правильно? Мы же это все понимаем, мы же взрослые люди. Блин, он сразу бомбить начал. Вот против Кировов вертолеты вообще говно.
Ну я на них зря деньги потратил, на самом деле. Чинимся. На компьютер. Надо как-то бы занять точку, но... Слушайте, а может его можно починить здесь? Почему нет, реально? Где у нас инженер? Слышь? Ну, вот. Ну ладно, какая мне разница. Так, дальше грейды. По-моему, палача не чинят. Еще не могут по этому мелкому попасть. Вот ну такие. Так, а что мое это что сломали? Гол попробуем поставить, все равно. Блин, саны и вертолеты. Ну, где-нибудь какой-то. У меня вообще нету антиэра, что ли, никакого. Саны и вертолет, стой! Твою яхи! Блин, мой союзник не может удержать эти точки, ну как наверняка и я не смогу. Вон на это Тесла-то. Ну все, как бы, как ГГ. Какая разница, кого атакует компания, если я нашел... Кто атакует компания, если я нашел, где починить своего большого парня. Не подлетав, я ж нажал атаковать, если он у вас пропал из таргета из-за прыжка, вы должны перестать двигаться, куда вы летите-то? Почему комбайн какими-то зигзагами у меня ездит тут? Ща починимся и... ГГ, ВП... Простаивают. Ну я вообще не понимаю, зачем тут нужны деньги. Тут можно было, если бы я сразу знал, где тут стоят эти башни. Я все-таки их сломал. А, это не я их сломал. Это мой союзник их сломал.
появились новые цели вроде как, но... Ну, цели это хорошо, цели это хорошо. Так, почему она ездит зигзагом, я не понимаю. Что с тобой не так, братан? Так, ну гол, вперед. Дальше роботом. Конечно, возможно, надо в воду выходить. А возможно и не надо, неизвестно. Тут есть Теслотау. На чем хотите он, что ли? На чем стоит? Да, блин! Какой комбайн? Меня уже ангелы почему-то убивают, я не понимаю, но... А, ну тут вокруг самолетики летают. Нам нужен новый комбайн. Почему я не могу спуститься? Господи, какая же эта хрень неудобная, а? Ну вот сюда, вниз, иди. Вот. Сюда. Блин, что-то мне это самое. Отовсюду меня прижимают. Слишком много маркеров на карте, слишком много всего происходит. Опять эта ситуация, что ты... Давай, иди, иди, что ты купишь. Так, тут сломали все или нет? Опять вертолет с Саной. Ставим электричество. Ставим обогатитель. Самолетики летают. Вертолетики летают. Кто там дамажит? Еще самолетик. Да, блин, сейчас всех ангелов убьют. Вот говноеды, а? Ну сколько? Почему? Почему он зигзагами ездит? Что за хер? Может не в ту сторону развернуто? А, не в ту сторону развернуто. Хотя нет. А, да? Да, не в ту сторону развернуто, понятно. Короче, я дебил. Там эта машинка разносит диверсионное все. Ладно, я опять не этим занимаюсь. Непонятно почему вообще, зачем я занимаюсь тем, можно просто роботом пройти. По идее, я так думаю, почти наверняка. Да саный же воздух, а? Короче, все, стоп, сейчас. Довольно этого говна. Заходим.
Я думаю, что тут можно просто через стену, наверное, пройти, да? Нет? О, хорош! В обход пошел. Да куда в обход-то, братан? Тут некуда, по-моему. Так. Иди сюда, подчинитесь, вы чуть-чуть вперед. Хорошо. Хорошо. Так, добывалка денег. Ставим ее сюда. Идет строительство. Не понимаю, как пройти. Если мы пройдем под мостом. А, вот. Вы должны идти чиниться. Так, хорошо. Еще одну добывалку построили? Нет. Сносим вот это все нахрен. Кто, уже под огнем? Да, блин! Ну все, бегай, да? Побежден? О, а что он такой вправе? Черт возьми! Невероятно! Это чё? Просто немыслимо! А я что, победил, что ли? Нет. Так, ладно, давай тут постоим немножко. Я не... Так, самолетики есть. Боевые ангелы есть. Занять точки у меня все еще не получается ни хрена. Попробуем хотя бы защитить точку союзника. Роботом идем дальше. Все. Граф, я думаю, три. Три имперские иены. Обнаружена база противника. Приостановлен. У меня вообще комбайны целы, почему так денег мало? Да тут нет. В смысле, вроде да. Я разрушил Кремль? Вроде ж нет. Нет! Это невозможно! Вам не победить! Главный здесь я! А вот Кремль. Уничтожьте эту машину! Победа почти за нами. Вы не можете проиграть. Ого, это телепортация. А, так он улетел. Объект под огнем. Ну хорошо, сейчас я попробую, но я вообще-то не готов к такому говну. Куда он летит, этот вертолет, я не понял. Тихо, стоп, 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 тут слишком много антиэра. Так. Объект под огнем. Отлично. Прекрасно, командир. Вы уничтожили машину времени, весь мир наш. Вы прославили свою фамилию. Пойдем еще что-нибудь уничтожим. А, все. Как же я хорош.
Лишь благодаря вам Советского Союза больше нет. Они отправились куда заслуживали. А на свалку истории. Мой сын, я горжусь тобой. Спасибо, отец. Вы уничтожили машину времени, предрешив тем самым для нас ход истории. Думаю, отец, мы создали свою собственную судьбу. Истина лежит где-то посередине. Все же вы прямой потомок императора Дзиму, духовного светоча пути самураев, мастера Бусидо, кодекса пути воина. Мы должны жить, следуя пути. О да, сын мой. Со мной ли вы, отец? Поможете ли победить врагов? Почту за честь, сын мой. Командир, пришло время уничтожить противников нашей великой империи восходящего солнца. Пришло наше время, командир. Амстердам заблокирован с моря. Вам же предстоит возглавить атаку на позиции союзников. Необходимо уничтожить их штаб, как и научно-исследовательский комплекс. Не смейте подвести нас, командир. Противник будет защищать эти объекты до последнего своего бойца. От вас нужна только победа, командир. Понятно. Вот, Лазиодр, спасибо, что всем поясняешь все. Офис Фьючер Тех какой-то уничтожить, и еще что-то надо уничтожить, и отличненько. Так, что это за... О, все нормально. Лазиодр говорит, что это сейчас... Я тебе вроде сказал спасибо, или я... Я не помню, что я сказал. Они не знают, каково это. Я хочу завершить войну быстрее, приведя нашу империю к победе. Рад служить под вашим началом. Так, ну, все, я понял. Где угодно, только не здесь. Не уничтожив базу противника, мы не можем использовать поддержку с воздуха. Что ж, удачи, командир. Лагать начал, это я альтабнулся и нечаянно тыкнул хоткей выключить микрофон, короче, и поэтому выглядело так, как будто бы вот картинка остановилась и все. Или просто... Вообще там на GoodGame в конфе стримеров уже полчаса жалуются, что лагает, но вы ничего не писали, поэтому... Я думаю, что вам показалось, что лаги, когда я просто альтабнулся. Но если сейчас что-то осталось, то пишите и переходите на Twitch. Получено новое задание. Место подтверждено. Получено новое задание. Строительство завершено. Получено новое задание. Основа завода. Место основа основной энергостанции. Место развертывания вызвано основой энергостанции. Место развертывания вызвано основой энергостанции. Место развертывания вызвано основой энергостанции. Это что за хрень? Это, наверное, какой-то из тех супероружий. Я Юрика. Юрика. Почему завод как-то иначе выглядит, мне кажется? Наверное, просто потому что в другую сторону развернут. Так, строим сразу суперкомпьютер. Наверное, сразу антивоздух, если нам понадобится. Эта штука пошла на перезарядку, чтобы она не делала. На компьютер влепили. Еще одну электростанцию на всякий случай. Меня недооценивают. А где все? Только не мой мозг. Усовершенствование выполнено. Тут тоже, кстати, можно было бы через воду, хотя не особо.
Ну, если здесь только построить флот, то можно было бы. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Получено дополнительное. Че, челлендж без ангелов? Нет. Может, мне стоит заняться супероружием? Может, мне стоит. Блин, пока он говорит, я не могу управлять. Стоп, почему я не могу? Но союзника напали. Идет ремонт. Почему я не могу трансформировать? Не понял. Там... Нет, ладно, а почему я не могу... Почему я не могу трансформировать-то их? Обнаружен противник. Блин, жарко так опять стало, сука. Как же меня бомбит из-за этой жары, а? Какие-то ограничения, что ли, чтобы, типа, без воздуха я играл? Наверное, да. Но без воздуха играть против воздуха, это, конечно, тот еще мудизм. Ну, надо переигрывать, само собой, потому что я ж не знал, что он без воздуха я взял, вложился. Так тупо, ну ладно. Ну офигенно загрузился, класс. 10 из 10. И что теперь делать? Как играть ту миссию? Лишь... Пришли. Все оставшиеся войска Альянса собрались в Амстердаме. В городе полно гражданских, нужно предать этих тварей смерти. Хорош. Я лечу. Я хочу завершить войну быстрее, приведя нашу империю к победе. Рад служить под вашим началом. Не уничтожив базу противника, мы не можем использовать поддержку с воздуха. Что ж, а, удачи, вот команде. Они говорят про воздух. Кто бы мог подумать. Да не хочу я выйти, я хочу сказать. Получено новое задание. А, неважно. Документация можно. Получено новое задание. Основа энергостанции. Новый постройки. Ликвид между разговором. Получено новое задание. Основа энергостанции. Место развертывания установлено. Основа обогатителя. Основа энергостанции. Место развертывания новой энергостанции. Строительство завершено. Место развертывания. Ну, у нас получается... Строительство завершено. Построение новой постройки. Идет строительство. Из антиэра только вертолеты. Строительство завершено. Ну, вертолеты плюс пехота тогда давайте. Так и сделаем. Строительство завершено. Мы союзника напали. Идет приготовка. Строительство завершено. Идет строительство. Так, завод-то я куда делал. Служу императору. У меня завод был в прошлый раз, можно было строить. А, вот он! Твою мать, я его забыл разложить. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Строительство завершено.
переделываем эти штуки в ПВО. Служу императору. Строительство завершено. Служу императору. Так, усовершенствование нового завода. Служу императору. Идет строительство. Еще ПВО. Дополнительное задание. Основание защиты готово. Иду. Окей. Может, мне стоит заняться супероружием? Жду вашего распоряжения. Идет ремонт. Основа защиты. На базу напали. На союзника напали. Усовершенствование выполнено. Обнаружен противник. Так, вертолетики. Идет строитель. Давайте, наверное, еще ПВО, я не знаю. Да, определенно, еще ПВО. Я пока построил, не против. А это последняя миссия или нет? Так, противовоздушная оборона. Все, вроде все норм. Думаю, столько ПВО точно хватит. Недостаточно средств. Теперь надо просто больше солдат. Они заплатят. Строительство завершено. Я не урод. Что он делает-то? Создает вокруг его цель неуязвимый купол из... Обнаружил противника. Блин, это... Кому нужны друзья? Это странно и непонятно. Привет, я Юрика. Привет, Юрика. Посмотрим, что они скажут. А это важно? Недостаточно неуязвимый. А он как бы насколько... Он... Ну, то есть, если я вот так сделаю, что будет? Меня нельзя будет атаковать. А, я не могу в него пройти для начала, да? А, они могут. А я не могу. А, нет, могу. Или не могу? Нет, не могу. А почему стоят враги, смотри? Как эта херня работает? В чем смысл-то, я не поймать не могу. Я просто себя запер в куполе. Причем враги могут через него ходить. Че это за трясню я построил? Это все, на что вы способны? Смешно, право слово. Ну, все, на что ты способен, это не мини-карту закрывать, я думаю, да? Объект подобрал. Так, ну у меня, короче, нету противотехники никакой. Я почему-то был уверен, что я вертолеты в воздух подниму. Не знаю, с чего я решил, что я смогу это сделать. Обнаружен противник. Сейчас надо починиться. Смотрите, я построил пачку ПВО, и они перестали летать. Вот так дела. Обнаружен противник. Ну, гоу. Теперь у нас вроде есть. Можно пока поделать всякие игроиды еще. Основа энергостанции готова. Основа энергостанции. Двигаюсь к месту развертывания. Идет строительство. Сейчас на новый компьютер потратим кучу денег. Вертолет запрягает.
атаку! Вообще ничего, по-моему. Эта штука стала неуязвимой. ХЗ. Так, а мы построили там компьютер? Основана на компьютере. Вызывали бы госпожа. Че вы встали? Давайте ломаемся. Несмотря на то, что моему союзнику приказал атаковать, он как-то не особо мне помогает. Блин, очень много врагов. Сейчас всех убьют. Увы, увы. Сила Альянса применит сверхоружие. Воспользуйтесь наночастицами. Вам что-то нужно? Я не могу воспользоваться наночастицами, я их потратил. Что там они за сверхоружие собрали? Вы проклятые имперцы! Вы возникли по ошибке! Думали, что спасетесь, уничтожив машину времени? Я остановлю вас! Окей. Как мерзко пахнет от этих каналов. Мне сломали все. Блин, мне все сломали. Идет строительство. Обнаружен спецназ противника. Больше спецназ противника. Что происходит? Основа энергостанции. Обновление. Мне сломали продакшн пехоты. Идет строительство. А я еще. Блин, как же они плохи против. Черт, опять не тут кнопку зажал. Спокойно, Виктор, спокойно, 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 все нормально, просто старая игра, мне должно быть такое управление. Так, может я могу уже летать теперь, когда эта штука, типа, не хотя вряд ли она считается уничтоженной. Обнаружен противник. Так, ну хорошо, давайте следовать моему плану. Готовы применить генератор наночастиц. Они могут здание тараном снизить не будут. Ты про больших роботов? Я так и не понял, как это работает, честно говоря. Служу императору! Ну, охотно верю. На союзника напали. Вы будете уважать императора! Бронебойная команда. Служу императору! Очевидно, надо помочь союзнику. Давай! Усовершенствование выполнено. Так, ну собираемся как-то. Кое-как. Обнаружен противник. Идет строительство.
Я думаю, что пару владык нам... Хотя вот еще нет, на самом деле владыки в жопе. В жопу! Вот протонное орудие — это тема. Ого, мои союзники выдвинулись в атаку. Поддержим их выходом. Не пытаемся, по крайней мере, поддержать. Дотекание берем. И танки, вот танки подошли уже отлично. Все, значит, сейчас будет ГГВП, я надеюсь. Эх, кто этот танк так продамажил уже? Иди чинись. Да еще два танка. Поехали. Обнаружен противник. Хотя, может, захватить их просто из точки. У меня тут есть два инженера как раз. Отлично. Вы уничтожили аэродром. Теперь вам доступна поддержка с воздуха. Поздравляю вас. Наконец-то вернулась авиация. Берем дотекание. Ну, говорят, что теперь мы можем в авиацию. Я теперь уже не хочу в авиацию. Объект под огнем. А где мои инженеры? Бегут. Возможно, конечно, у них будет много авиации. Так, ну в общем, сейчас у нас будет чуть побольше добычи деньжат. Обнаружен противник. Мне, наверное, надо побольше. Что там? Кто кричит на помощь? Почему на помощь? Что происходит? Все нормально? В общем, давайте построим немножко антивоздуха. Электростанцию построим. Загрейдим на всякий случай эти самые. Да ну, что? Какого шлешего хера? Что это так стреляет? Идет строительство. Строительство завершено. Готовы бросить в бой штурмовой авиакон. Как что? Блин, надо, наверное, сразу купол поставить. Блин, он мне все сломал, смотрите. Ладно. Основа обогатителя готова. Основа обогатителя. Место развертывания установлено. Идет строительство. Основа энергостанции. Обнаружен противник. Основа энергостанции готова. Так, мне сломали еще. Идет строительство. Суперкомпьютер, барак. Основа энергостанции. Место развертывания установлено. Идет. Барак строим. Ну что, давайте дальше, наверное, двигаться потихоньку, а то мы что-то затянули. Доставим
Мы союзника на поле. Мы союзника на поле. Основа энергостанции. Развертывание невозможно. Так, брак. Основа Дозер. Объект уничтожен. Место развертывания установлено. Что за компьютер? Недостаточно средств. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Обнаружен противник. Ну кто-то едет, он же может отсюда стрелять. Прикрываем. Ну вроде все я починил, но за исключением того, что грейды все профукал. А, ну за исключением еще того, что у меня компьютер суперкомпьютер. А так все. Воу-воу-воу-воу! Да, снесите эту хрень! Сюда, вы сюда. Чуть-чуть затекание. Выходите на троечки. Так, прикрываем большие танки. Большими танками сносим пушку. Очень эффектно. Абсолютно бесполезно, вечный эффект. Не знаю, что значит спецназ противника. Он обнаружен? Наверное, лучше, чем таким вот бомбардировать. Так. Могу нам все сломать. Не знаю, что нам это даст. Нам это даст очень много вражеских пехотинцев, которые будут вылазить в этих электростанциях. Так, тихо, прикрываем. Воу-воу-воу, что это было? Короче, нам нужно больше пехоты. Противопехотной. Хотя самолетики, если что, помогут. Так, разносим электростанции. Не знаю, нахрена, ну а чё их тут так много? Ну хотя бы, чтобы прокачаться, например. Вот, давайте вот этим вот раздолбанным танком все сносить. И вот этим, у которого почти уже есть прокачка, чтобы экспу набирать. Так, дотекание хватаем, отправляем сюда. Окей. А ты что тут стоишь? Ты должен ехать чиниться, братан. Блин. Слишком много всякого говна повылазило. Давайте-ка еще самолетик. Мы не взорвали одну большую машинку, что ли? Вот сволочи. Блин, надо как-то все это дело прикрыть. Конечно, мне бы неплохо помогли ангелы. Наверное, начнем их строить.
переходим вот сюда, пехота тут сейчас подойдет. Танк починенный сюда. Он, правда, сломанный. Еще бы еще сделать. О, может, можно вот эту штуку сломать? Может, это вот она ломает по ней все, помните? Че эти чуваки не могут двигаться? Говно какое-то, короче. Блин, все суперудары какое-то говно. Так, гоу, гоу, гоу. Потихоньку проходим дальше. Занимаем здание. Занимаем позиции. Доламываем штуки по-быстрому. Так, дотекание пехоты. Больше самолетиков. Вы сюда. Ломайте. Коль там что-то издалека их мочит, да? Но надо идти вперед быстрее. Вперед! За Японию! Так, сюда теперь. Блин, я, кстати, сейчас понесу. У меня, во-первых, не осталось ни одного самолета, во-вторых, их, в принципе, огромное количество. Ну, и это похоже на фиаско. Я сейчас, конечно, попытаюсь что-то сделать. Но от этого особо нет. Может, я смогу от них сбежать, прикрыв остатками пехоты, падающими кусками самолета. О, вот, очень вовремя подошла пехота. Ну, просто эти машинки-то, они супер прокачаны, их не хочется терять. Но я их две уже потерял. Но, как вы понимаете, очевидно, что нужно делать в такой ситуации. И я уже это делаю. Ангелы! Внезапный свич. О, поможем этому парню. Блин, они его все-таки сломали. Так, ну одну-то базу их я пронес. Я не понимаю вообще, чем мой союзник занимается, честно говоря. Блин, у них сразу ПВО, вот пеники. Да куда? Дети, блин, капец, они кайтят просто. Вот педики, вот реальные педики. Идет подготовка. Говорят, разрывают, нафига там с ней геморрой стук. Я вообще не люблю концепция игры в стратегии через героев. Ну, да, наверное, только в Warcraft 3 это было нормально. А там, где это какие-то полумеры, как в Red Alert или в StarCraft. Мне это не нравится. Чинимся там потихонечку. Укажите цель.
диверсию смог устроить. Сломали? Вот это да. Пойдем попытаемся еще чуть-чуть. А, можно попытаться в это занять здание его. Вот это вот. Так, ну поехали. Разберемся с америкашками. Объект под огнем. Все. Изи. Что сигнала? Обнаружен противник. Обнаружена база противника. Еще немножко экспой. Еще немножко экспой. Объект под огнем. Зданиях потерял. Воу-воу-воу, у них заработал НТР. Это я, видимо, потому что снес здания, которые энергию требовали. Ладно, надо починить ангелов. Можно, в принципе, занять еще вот эти точки. Но сейчас мы и так, скорее всего, победим. Готовы организовать засаду. Основа энергостанции. Идет строительство. Так, чё мой чувак ничего не делает? Иди сюда. Ну что, вы это видели? Давай, вперед. Хватит что-то там вафлить. Ну и поддержим его ангелами. Обнаружена база. Готовы начать работу. Так. Что у нас тут из интересного? Укажите цель. Ну вот, наверное. ПВО позбиваем. Главное, что еще в
очень много боевых ангелов. Япония, Япония, прекрасная страна. Япония, Япония. Все остальные сосуд. На самом деле нам все, что надо, так это, наверное, взорвать этот офис. Давайте, зал. Нет, не подходите ко мне! Мне нужно время. Я создам хроносферу. Попробуйте еще хоть раз, вам не поздоровится! Что? Воу-воу-воу! Воу! Нас хотели убить, но Империю Восходящего Солнца они не уничтожат. Настало время мести. Сравняйте с Землей этот научно-исследовательский центр. Так я и собирался. Вперед в атаку, командир! Под вашим началом самые лучшие бойцы. С ними вы не сможете проиграть. Вот говно, мне походу дали самых моих прокачанных юнитов. И это, конечно, полная срань. Ну, потому что мои самые прокачанные юниты, они как бы... Это не то, что мне было надо. А, ну вроде затащили. По славу нашей империи, командир, победе! Исполните долг. Служите своему императору. Да. Нет, 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 нет! Вы просто ошибка! Моя ошибка! Не зли меня. Ни разу не построил ни одного этого жучка. Спасибо, командир. Вы прославили своих предков. И разбили наших врагов. В знак нашего глубокого уважения мы даруем вам почетный титул Верховного Сёгуна. Угу. Командир, я сейчас на северном побережье Ахо. Здесь так красиво и спокойно. Не хотите присоединиться ко мне? Ну же, командир. Соглашайтесь же, отдых нужен всем, даже Сёгуну. Не, я не хочу чё. Вот так, друзья, и закончилось прохождение третьего Red Alert. Спасибо, что посмотрели. Через 2 часа RimWorld. Подпишитесь, кто еще не подписан, чтобы не пропустить. Приходите через 2 часа. Red Alert еще, скорее всего, будет тот челлендж графовский, хотя не знаю когда. Что-то Red Alert стало поменьше людей смотреть, поэтому я думаю, что надо что-нибудь еще вам интересное постримить. Вот. Ну что, все, спасибо за внимание. Через 2 часа увидимся. Пока-пока.